Этих людей с головой затягивает литература, что и свою дальнейшую судьбу и карьеру они строят по аналогии с любимыми героями из детских книг. Символом для этих людей выступает число 7 и управляет ими планета Нептун. Владельцы этого имени всегда подумают, прежде чем начать действовать, но их действия в основном приводят к застою в делах. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Люди, которые имеют буквы «Р» в имени, обладают большой силой и храбростью, но также им свойственна небрежность. Квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник вот могут стать пределом мечтания этого имени. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Если владелец этого имени совершит дерзкий поступок, не думая о последствиях, то часто его ждет наказание. Они постоянно ищут новые знания и истину, часто страдают от одиночества, так как склонны много внимания уделять карьере. Если этот человек занял у вас денег до получки, не волнуйтесь, он вернет их совершенно точно в срок. Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт. У них есть свой собственный, нерушимый взгляд на жизнь и уверенность в своей правоте. Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.